Шеф-повар Максим Григорьев. Французские тосты с клубничным соусом. Французские тосты с клубничным соусом – это отличная идея для завтрака. Быстро, легко, да еще и вкусно. Не нужно подолгу стоять у плиты, чтобы угодить и сытно накормить близких. От таких тостов не откажется никто. Уверяю вас, что когда вы подойдете к столу, окончив готовку, их уже не будет, ну, по крайней мере, у меня так. Так что давайте приготовим эти ароматные тосты. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Батон 200 грамм. Клубника свежая 1,50 грамм. Масло сливочное 50 грамм. Молоко 100 миллилитров. Сахар 3 столовые ложки. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для приготовления французских тостов с клубничным соусом нам понадобится молоко, яйцо, сахар, сливочное масло, клубника и батон. Шаг 2. Приготовим соус. Очистим клубнику и добавим к ней 2 столовые ложки сахара. Шаг 3. Все хорошенько смешиваем ручным блендером до однородной консистенции. Соус готов. Шаг 4. Теперь займемся тостами. В миску вобьем яйцо и добавим 1 столовая ложка сахара. Шаг 5. Все перемешиваем венчиком. Шаг 6. К полученной смеси добавляем молоко и снова все перемешиваем. Шаг 7. Затем берем по 1 кусочку батона и кладем его в яичную смесь, переворачивая несколько раз. Шаг 8. Далее, в предварительно разогретую сковородку, смазанную сливочным маслом, выкладываем наши тосты. Шаг 9. Жарим тосты по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Шаг 10. Готовые тосты кладем на тарелку и смазываем сливочным маслом. Готовые тосты поливаем соусом. Французские тосты с клубничным соусом готовы. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.